Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу сделать свежий обзор на растаможенный караван. Это Компас Омега 2003 года выпуска. Караван у нас полностью растаможенный. Находится в городе Пскове по адресу улицы Николая Васильева, 82А. На две стороны модель будет. Привезли мы ее из Великобритании. Очень красивая, конечно, форма у каравана. И цена его 462 тысячи рублей. Сейчас чуть-чуть на себя, чтобы видеть. 505-я модель. Ну, очень такой красивый караван, стильный. Видно, что свежая игрушка все равно на дороге. Вот. Это подразделение будет Кнауса. Элдис тоже отличительная черта у них идет. Это ручки хромированные. Прицепное у них всегда ставится Винтерхоф, как на хобби. Так, это грязь. Стеклопакеты. Все целенькие. Накладка. Отлично, тоже в хорошем состоянии. Запасочка стоит абсолютно новая. Газового баллона, когда отдают, тогда отдают. Мы всегда их оставляем. Но здесь равно уже надо ставить уже российский баллон. Все это все на месте. Мы все, конечно, ставим. Палатки у данного каравана в комплекте нету. Ее и не было. Забирали мы его у собственника. Очень, конечно, и модель удачная, то что на две стороны, арочки все целые, резина у нас стоит 14 цешка, Максвелл стоит. Разглянем, посмотрим, в отличном состоянии. Резина жгут тоже. Состояние балки тоже отлично. Ну, состояние рамы абсолютно, все полы, все абсолютно все крепкое. На люках хозяин наставил как раз на накладочки. Все свои штатные присутствуют. Стеклопакеты, конечно, отличительно, что у них уже прямое. Прямое все идет. Место под аккумулятор. Под газ, если в палатку или с улицы. А, нет, извиняюсь, это разу в палатку. Вот стоит. Сзади, конечно, очень красивый вид. И спереди, и сбоку, везде. Вот такие фары необычные идут. Такие же фары у меня в Кнаусах. Свежие уже стоят. Наш, конечно, сайт, где точная информация по наличию караванов. Ребят, заходите, смотрите. Там все точно будет информация. Снизу тоже все, конечно, замечательно. Ну, эту сторону так пройдем. Все проклеено у хозяина. Грибок целый. Антенна стоит. Забирали мы его возле дома. Так, чуть пришлось подотмыть, под навесом он у него хранился. Вот такой белоснежный белый трюма стоит здесь на 10 литров. Другая арочка, вся целая, литые диски. Единственное, колпачка нет, но это мелочь. Тоже МГТ Ардиал, Максвелл, вот они. Все абсолютно все одинаково. Кассета само собой на месте. Ну, вовнутрь заглянем. Я чуть подразобрал диван. Вот так было видно. Вот такие здесь форма. И здесь еще второй ярус ставится. Но, по-моему, еще вернемся. Сейчас.
Желези не порваны. Накладка на плиту. И на раковину. Насосик тоже, само собой, все лежит. Состояние плиты. Все чистенько, аккуратно. Холодильник. Мне кажется, что здесь уже хозяин менял. Дометик стоит. Большой морозилочкой. Либо просто отошел накладка, которая здесь была. Но так как-то он очень свеже выглядит. Шикарные, конечно, полы. Чистенько все, аккуратно. Резиночки. Также. Все, смотрим по мебели. Все аккуратно. Здесь под бокальчики. Обои поклеить немножко обратно. Абсолютно мелочь. Диваны. Ну что, немного им пользовались, не просиженные. По-моему, раздувы, само собой, все стоят. Состояние по низам. Все абсолютно аккуратно. Что-то не так чуть-чуть пошел камерой. Вот. Музыка также присутствует. Передки, ребята, щелкаем. Все щелкали, смотрели, все крепкое. Бойлер стоит. Не то, что проблема, но просто аккуратненько подклеить. Кто купит, придется. Все резиночки. Ну, крепкий караван. Триматик. Вот. Стоит газ, электро. Есть вешалки. Ну, следов подтеков ничего абсолютно нигде нету. Документы на караван также присутствуют. Сейчас, подождите. Все. В туалете у нас этот форт стоит. Само собой, поддон весь целый. Хозяину все проклеено аккуратно, чтобы он никуда ничего не попадало. Умывальничек с душем, все должно быть. Ну и, конечно, удобно то, что вот он, две стороны здесь. В этой модели вот такая тут шторка, не моя пошита была. Заправим. Палка для стола тоже есть. Так, подразложили. Вот, вот если эту часть поднимать, то получится еще второй ярус, еще одна дополнительная кровать. Тут килограмм 70 где-то так она выдерживает. Еще уголочки. Просмотрим. Так, хотя бы немножко. Чистый, хороший караван, действительно. Ну и, конечно, планировка очень удачная. Вот такой караван. Такие вопросы есть, ребят, задавайте. Вот. Спасибо за просмотр. Если не трудно, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Вот, всем спасибо. И до скорых встреч.